такой маленький. Кто такой? Кто такой? Кто такой маленький? Им 2 недели, да? Где-то так. Тебе 2 недели, да? Где-то так. Совсем большой. Аккуратно. Да, аккуратно. Вот он такой маленький. Маленькая мышка. Так, осторожно с котами. Вторая мышь. Ну, что, папу надо? Нет, вторая мелкая мышь. А что, нету? Где-то спрятался. А, вот он вторая. У меня моя мама. Такая маленькая мышка. Эти там осторожно с котами. Ну, а можно ко мне вот сюда поставить? Поставь ко мне, а то у меня тут этот фотоаппарат. Ну, вот всю эту коробку. Ой, моя мышь хочет убежать, моя маленькая мышь. Ну, поставь сюда коробку вместе с мышами. Ой, мыши. Осторожно. Так, Ключ, зачем тебе это? Так, блин, Маме не хочет свалить. Катапультируется. Так, вот кому-нибудь надо вот чучунчик. Вон они, тараканчики. Она выбирается. Ну да, конечно, ей надоело сидеть. Свободы. Мы ползаем друг на друга. Что их таскать будет, наверное? Нет. Нет, они были уже взрослые тогда. Они когда расползаются, она смотрит, как у них дела. Запачкали своими грязными руками детей, да. Ну нет, не маленький. Вот все-таки. Ну что, мамень? Не понимает, что такое. Где она? Кот, где у нас кот? Вот он, тайный наблюдатель. Кот тоже думает, что такое, что за мыши? Да, что такое киса? Вон какая куча мышей. Какая мышь. Куда она тут отолезла? Ой, вылезай. Что за мамень? Надо попробовать сфоткать.